Здравствуй, Мантиш. Привет. Ковидный. Спасибо тебе за МГТС, мы до сих пор там. Слушай, ну тут как я мог не помочь? Я считаю, что Good Game это... Я давно в Good Game. Очень много. Я много смотрел себя, других ребят. Даже не был зареганным в чате никак нигде, когда он еще был белым, когда были комментарии. Да, раньше лучше было. Я периодически... Не-не-не, я не говорю, что раньше было лучше, ни в коем случае. Я просто... Сейчас вся игровая индустрия, она построена на ностальгии. Как человек, который 2,5 года играет в WoW Classic, и да, ребят от этого бомбит. Сильно упали зрители у меня. Я вообще практически мало очень занимаюсь стримами, потому что много работаю. Но как бы суть в том, что я считаю, что гейм... Та альма-матер, которая должна остаться у той стримерской части, которая вот еще... Ну, ты понял, да? То есть они вот бассейны там, вот это все, вот стримерские, именно стримерские. Да, но они к нам не приходили, бассейн. Нет, хотя было разок, было, ё-моё. Но они, как и другие, довольно быстро набрали популярность за счет людей, которые говорили, вы видели, я смотрю 2 часа, это безобразие. Смотрите. Хейт-вотчество видео, да, естественно. Мы смотрим то, что нас раздражает в том числе. Да. Это нормально. Хорошо. Но ты стримчики посматриваешь или сам стримишь периодически? Слушай, ну сейчас я как бы месяц очень серьезно так поболел. Ну как поболел? Я болел новым заболеванием. Вот. 3 дня было тяжело очень. Я думал, что все. Ну, на самом деле так. То есть старайтесь не болеть. Если можете, ребят, не болейте. Вот, а потом меня закрыли надолго. Вот, и вот сейчас есть возможность, я буквально вчера прошел все обследования, сдал кровь, КГ, меня посвятили опять, как бы, изначально не планировали госпитализацию, потому что там страдало немного процентов легких, так. Вот, но, как бы, честно, изоляция это тяжело, особенно если за тобой смотрит большой брат, это знаешь, как вот у Орла 1984, то есть это все за тобой смотрел. Ну, тебя на... там и врач ставит социальный мониторинг и говорит, тут надо 5 раз в день. А потом, ну, я просто работал из дома, и там такая тема есть, ну, что ты устаешь сильно от этого всего. Я вырубился поспать на пару часов в пятницу после 6 вечера, я пропустил эту вот историю с проверкой. Да. Да, я просыпаюсь с утра на следующий день, и мне такой от Дита Москвы приходит, вы нам 4000 должны. И я за всю вот эту вот историю 2 раза пропустил этот чек. И, короче, я не смог оспорить штраф, но это неприятно. Так что не болейте, ребят. Ну, просто сказать, не болейте. Да. Такое мероприятие, видишь, и здесь огромные риски, но организаторы пускают только привитых товарищей. Слушай, я могу сказать так, что я не буду говорить про персоналии. Я знаешь говорю... людей? Да, нет. Я на самом деле законопослушный человек, как бы я действительно там... Я же заболел после того, как там у меня случилась эта история с прививкой со второй. Так, а что за история с прививкой со второй? То есть я поставил. Я поставил. Оно не так работает. 2%. Не-не-не, оно работает не так. Это, конечно, не так, потому что аденовирус, мы все понимаем, мы все стали немножко вирусологами, как работает РНК аденовируса, мы все понимаем, конечно же. Ну, суть в том, что мне сказали, что у вас прошло мало времени. Так. Мало времени, говорит, ну, врач как бы посмотрел анализы, сказал, что, ну, такое бывает. Просто. Но я говорю, я пообщался здесь сегодня с ребятами, мне не понравилось то, что ребята покупают QR. Это плохо. Покупают, их можно купить. Да, их можно купить. На странице коррупции. Ужас. Да, это не очень хорошо. Поэтому, ну, как бы надо себя беречь и такими вещами не заниматься. Да уж, да. Кто ж такое делает? Ну, я не скажу, конечно, ну, потому что... Мы же не такие... Неправильно, да. Вот, так что вижу, что в чате все хорошо. Даже специально какой-то смайл с этой скрутящейся пекой коронавирусной. Вот, так что да. Да, давай, хорошо, переключаемся на другую тему, потому что ковидная, да, она вообще болезненная. Да. Возраст уже. Болельщик, как говорит.
Блин, мне сегодня сказали, ты старый. Кто-то в чате, прикинь? Кто-то из синевиков старых, таких же старых, сказал, что я старый. Слушай, я так расстроился. Мне кажется, я вижу, что у тебя новая качественная вебка. Вот. Ну, и... я очень долго думал. Понимаешь, сомневался. Я думал, что на ней какой-то фильтр, который тебя, может быть, как-то детализирует. Там, типа, делает тебя более детальным. Но на самом деле я вот тебя видел много лет назад. Да. Еще на Игромире, я помню, когда мы первый раз встретились. О, играла какая-то музыка, да, вот это вот? Там были какие-то женщины, они скакали по голубом виде. Это на всех Игромирах было, я не знаю. Я не прям на стадионе мы скакали. Это было на... Ну, мы для Озона, наверное, делали, да? Для Озона. Наверное. И для Касперского, может быть, еще. Что-то такое. Хорошо, и что тогда произошло? Сокол любит рассказывать историю нашей встречи. Было там осенний вечер. Слушай, ну я могу сказать, что ты не изменился. Не изменился? Может быть, со мной что-то не так. Вот. Ну, осанка стала немного более прямая, да. Ты выпрямляешь. Да, конечно, выпрямляешься. Я набрал 8 килограмм, ты сбросил, я набрал. А, хорошо, скажи, что тебе сейчас на Good Game не нравится? Слушай, на самом деле я могу сказать так, что я... Меня бесполезно спрашивать, что мне не нравится в гейме. Я супер лояльный пользователь. Вот я как раз нахожусь в той, наверное, части индекса TNPS и CSI, которые вот всегда являются промоутерами. Ага. То есть, и как человек, у которого отняли партнерку Твича, и на официальном на официальное письмо я ответил тем, что я как бы не перестал стримить на Good Game. Вот. То есть я не могу сказать, что мне что-то не нравится. Мне нравится, что вы идете вперед, что вы используете новые современные стеки разработки. Я внимательно слушал тебя сегодня на панельной дискуссии на сцене и могу сказать, что люди, которые заливают все деньгами, да, ну это понятно, индустрия так работает. Но Good Game всегда останется тем альма-матером, тем стартапом, который действительно у моих, я думаю, что чат поддержит, в глазах он смог. Он смог выйти на тот уровень. Мы прекрасно знаем другой стартап, который не смог. Да, вот, было несколько. Спасибо, понял. Я рассчитывал на критику, что ты скажешь. А вот слишком много ты играешь в XCOM, невозможно смотреть. Нет, слушай, ну я как бы вижу, что тебе стримы, они очень нравятся. То есть ты именно развиваешься как стример, тебе это интересно, и по понятным причинам ты... Ну, не идешь на другие площадки, потому что гейм это прям, ну, типа, твое, и тебе нравится этим заниматься. Да. Это здорово, когда то, что тебе нравится заниматься, является делом твоей жизни. Это круто. Да. Вот. То есть я тоже подумал когда-то давно, там, в 13-15 году, когда я там занимался стримами, там была аудитория, уйти как-то в историю со стримами, но я понял, что, ну, то, как потом развивалась индустрия, мне не близко. Вот, и я как бы оставил это как хобби. Но у тебя остался отличный компьютер, как напоминание. Я продал компьютер. Продал компьютер? Да, у меня сейчас рабочий ноут, и как бы я стримлю с... Микрофон ты не продал? Нет, микрофон же у меня аналог. У тебя же там целая все на дороге. Да, у меня аналоговый сбор. Да, то есть как... У меня недорогой, как бы, тоже с полишки. Да? Серьезно? Извините. Я считаю, что... Как бы, ну, в современном мире компьютеры, ну, ты видел цены на видеокарты? Я в шоке, я до сих пор не могу себе купить видеокарту. У меня 252 тысячи стоит... Да я за 70 тысяч не хочу брать. Это кошмар. И при этом... приходится играть в XCOM. Да. Ну, я бы не хотел, но... А почему? В XCOM прекрасная игра. Так и есть. Но она реально прекрасная игра. Я вот говорю, я как человек, который вернулся и собрал ребят для того, чтобы играть в Warcraft Classic, то есть ребята от этого бомбит, да, что вы как бы играете в старую устаревшую игру, вот, но сейчас я открыл для себя другую игру, и могу сказать, что она меня заинтересовала. Сначала я относился к ней очень специфически. Дота? Нет. Геншин. Она поглощает умы. Она интересна, знаешь, с точки зрения... Мне понравилось, что там нужно считать. То есть как бы... До 150 минимум.
Ну, это уровни столько, да? Не-не-не-не-не, это даже не уровни, это внутренняя математика артефактов, которая позволяет тебе собрать так называемую уникальную золотую сборку. Понятное дело, что многие сейчас скажут, что там казино, но я специально, да, я специально не доначу. Специально не доначу и смотрю, что из себя она представляет. У меня пока слабенькая, очень пати, очень слабенькая. Вот, я играю по вечерам один до ночи, просто не стримлю это, потому что я в ней разбираюсь. Когда я в ней разберусь, я там... Подожди, а как семья относится к тому, что в Genshin Impact играешь до ночи? Слушай, ты спокойно как-то, все достаточно спокойно, да? В этом отношении. Поэтому поддерживают и как-то не... Не знаю, не... Нет проблем никаких. Прекрасно, прекрасно. Поэтому... Genshin Impact. Как мы дожили до этого момента? Я сам не знаю. Dark Souls и Genshin Impact. Нет, а смотри, мне всегда были интересны какие-то истории, там, связанные с JRPG. Я же всегда играл в финал. То есть, ну, мне всегда было интересно это, и тут ребята, которые играют со мной в Warcraft, то есть это тоже люди там, как и я там, ну, как и ты там, за 50, вот, и они сказали, папа, попробуй. И я как бы сидел с ними в Дискорде, обсуждал, говорю, ребята, почему? На работе тебе порекомендовали в Genshin Impact? Не-не-не, это ребята, с которыми я играю в WoW. А, окей. Хорошо. Вот, то есть они как бы сказали, ну, ты попробуй, и я говорю, слушай, ну, а как вы в это играете? То есть я запустил сначала, я говорю, это что? Да, это что такое? Я говорю, ну, вы вообще это видели? Они такие, ну, типа, слушай, чувак, ты попробуй. Вот, и я попробовал, мне очень понравилось. Ну, то есть, если я же играл в Зельду. Ты в Зельду играл? Не нет, смотрел? Нет, ну, я знаю, что великолепная игра, отличные оценки, вот история. Знаешь, такое ощущение, что в Геншине они собрали абсолютно все элементы. То есть, когда ты доходишь до некоторых боссов в Геншине, так, ты понимаешь, что это рев от Dark Souls. То есть ну а видишь, что, там да. Уже они уже все, как бы, да. Всему придумали, да. Естественно. И когда ты видишь, например, там, того же волка, ты понимаешь, что это Сиф, по сути дела, которого просто переделали. Вот, ну, как бы, да, элементальные реакции, там, вот эти элементальные взрывы все, синергии стихий, ну, просто интересно, как это работает. Все. Ну, половина чата думает, что ты троллишь. Нет, я правда говорю, нет, я действительно стримил Genshin, сегодня даже. Какой у тебя уровень там? У меня пока слабый, просто даже у какой, меня... Сколько ты наиграл? 20... Слушай, у меня сейчас 27 уровень мира. А-а-а. Слабенько, да. Да. И 50 уровень пати. Ну, то есть, я мало играю. Это тоже троллинг, говорит, конечно. Блин. Ну, нет, ребята, слабо. Я правду говорю, я никогда не... Вы прекрасно знаете, что троллинг — это негатив. Я никогда, тем более на гейме, не негатив. Я вас очень всех люблю, правда. Вот я и рад, что вот Сняка сейчас встретил. Сняк, да, он действительно, я тоже не поверил. Он такой немножко маньяк. Да, да, я как-то выхожу из зала. Они с Юданом приблизительно один тот же типаж. Они стоят тихие, и глаза у них бешеные. Знаешь, самое странное, что когда я выходил из зала, это была вечер, ночью. После работы. С какого зала ты вышел? С Максима. На парковке стояла фигура... Подожди, ты в зал ходишь после Геншина или до? После работы. А, после работы, то есть до Геншина. Ну, тогда я еще не играл в Геншин. Ну, а если сейчас ты пошел бы в зал, ты пошел бы до или после? Где нужно больше сил? Ну, если я сейчас скажу, поскольку я работаю на удаленке, я бы сходил с утра. Я хожу с утра. Но сейчас я не ходил в зал уже месяц, потому что я болел. Вот завтра я пойду первый раз. Ну, короче, они меня напугал Сняк, потому что он был, стоял на парковке в капюшоне с великом. Говорит, привет, я Сняк. Преследовал, да? Как стал ты? Немножко странно. Вот. Да, вот это ты меня, конечно, грузанул. Я даже не могу фильтровать адекватно. Вообще, с большим удовольствием, конечно, Е3. И там уровень такой, что уровень иронии... Слушай, в этот раз... Сочновато было, да? Да, я даже, честно, я посмотрел. Они в онлайн вышли, и да, не хватает вот этой вот... Да. Не хватает Киану, который говорит, что он всех любит, но, с другой стороны, немножко напугало, как они... с Киберпанком поступили, то есть как вся эта история. Причем я очень лоялен к CD Projekt. Я как человек, который приобрел ее и на ПК, и на PS. Ну, пока сейчас у меня нет, понятно, там, только на PlayStation. Я просто жду. Я просто жду, пока вот все закончится, как с No Man's Sky. Ведь No Man's Sky — это прекрасная игра. Да, я слышал тоже. Я не играл в нее, но говорят, что справился. Смотрел последнюю конференцию недавно. Но, как бы, да. Ну, я понимаю, у нас с Warcraft'ом похожее что-то случилось.
А, с Reforged ты имеешь? С Reforged. А что там не так? А все. Все не так вообще. Ну, то есть, то, что они убили ладдер, они убили кланы, они убрали половину функционала. То есть, соревновательная составляющая, все. Пришлось допиливать с людям левым ладдер строить самостоятельно. Потому что даже сейчас нет рейтинга. Ну, то есть, нет, слушай, это с BMM это очень важно. С BMM система это огромное, конечно. Конечно. Что там, компанию перепроходить? Что-то? Это огромный бэк. Это надо сделать. Я вот сейчас, кстати, могу тебе посоветовать, но ты как бы мало играешь в консольные шутеры, но могу тебе посоветовать сейчас вот игру, которая вот скоро выйдет, так. Выходит уже. Это Halo Infinite. То есть вот недавно был, буквально, да, буквально был недавно стрим от разработчиков, и я могу сказать, что Halo Infinite это, ну, это что-то запредельное. То есть они еще не делали, 343 еще не делали игру такого качества. Они реально поработали с комьюнити, поработали с тем, как они вообще, что они вкладывают в этот шутер. Я его очень жду. Я был зарегистрирован в программе Game Insider, да, Жгунов Game Insider от них, но, к сожалению, не пришел код, потому что они рассылали его только на компьютеры. А компьютера нет, у меня только консоль. Ну, то есть на холодильнике они не разослали его. Да. Вот, то есть надо подождать. Ну, как бы, мне... Я в Halo играю очень давно уже, тоже сейчас как бы поигрывал, этот ковидный месяц он такой выдался, и как бы... Я жду. Она классная. Да, ГГ не признает консоли. Да какое не признает? Что ты несешь, Йогурт Килл? Какое у нас же... Вы же мантичи только на консоли смотрели, по сути. А у меня же компьютера нет, ребят. Вообще, да. Ну да. Так, когда рейдить, спрашивает Гузевозер? Ты что? Рейдить? Вов, видимо. Ну и рейдим постоянно, я просто не стрим. А почему? Это же деньги на рейдинг вообще. Слушай, на самом деле, я получил... Достаточно неприятная обратная связь от многих зрителей, с которыми давно знаком. Слушайте, я вас всех люблю, всех уважаю, но еще раз, я играю в те игры, которые мне нравятся, и показываю то, что, ну, то, что мне нравится. То, что мы сделали, то, что мы собрали гильдию, которая там в итоге сейчас вышла на хорошие места, то для нас, для казуалов, это реально хорошие места, просто мы закрываем все достаточно быстро, мы планируем идти в Sunwell, нам ну, нужны люди. Я как бы говорил, что сейчас у нас открыт донабор по некоторым классам. Я буду играть в Warcraft еще до конца БК, потом я выдаю. Я не буду играть в Лич, я наигрался в него. То есть я прошел хардмод Лича 25, мне больше не интересно. Честно, не интересно. Но закрыть гештальт с Кинг Джеденом, который не был закрыт в 2008 году, я хочу. Но на это уйдет еще 2 года. С учетом этапности того, что у Blizzard сейчас все проблемы, о которых мы знаем. Я не знаю, когда будет этапность, то есть никто не знает, но все думают, что в сентябре будет вторая фаза. А ты играл в New World? Я играл в него. Я играл в него, докачался до 27 уровня, и я понимаю, что... Но таргет это не мое, в данном случае в ММО. То есть вот в Геншине почему-то но таргет не заходит, возможно, за счет управления, потому что она там очень классно сделана. Да. А вот но таргет в такой игре, где они пытались сделать боевку Dark Souls, но они сделали ее странной. Ну, честно, если вы играли, вы можете понять, что они реально сделали ее достаточно странной. Я понимаю, что для нее нужна огромная гильдия. То есть у вас должна быть огромная гильдия, причем она должна быть больше, чем гильдия в Варкрафте, и вы должны, ну, определенные там вещи, в том числе и по крафту делать. Но это сложно, понимаешь, как человеку, который сейчас вот помимо работы еще занимается организацией там рейдинга, статиков, расписанием статиков, и мне помогают, мне реально помогают другие ребята, за что им там Асану низкий поклон, Морестро низкий поклон, там, если он смотрит сейчас там... Людвигу еще. Нет, это ребята, это Ники. Ага, Людвиг, это босс такой, конь. А, это конь, я понял, я думал, человек в чате, просто Людвиг. Не-не-не, он конь, оказывается. Это конь, неприятно вообще, парень. Как бы это тяжело, и мне кажется, что New World мне бы не хватило, банально по организации. Ну, конечно, я не удивлен, как ты успеваешь. Так, ребят, давайте вопросы еще. Я уже перегрузил. На Пломегоре мы играем в гильдии Донышко. Пломегор зардул. Welcome, Скотт. Боевка Black Desert интересует. Я не играл Black Desert. Я видел стримы, но не играл. Не могу ничего сказать. Не могу комментировать. А ты сам играл в Black Desert? Не, у меня сейчас, к сожалению, выбор игр слишком ограничен. Ну,
Надо выбирать игры, которые быстрее можно пройти, а не трай. Слушай, бэклог, я согласен. Мне сегодня как бы тоже ребята встречались, спрашивали, когда будет Ratchet & Clank. Но Ratchet & Clank, я думаю, что не хочу сувать бэклог, потому что у меня в бэклоге еще до сих пор Last of Us 2. Но мне тяжело в нее, правда. Ты же понимаешь. Ну, она провоцирует. Она хорошая. И я считаю, что это прям искусство. Что это реально прям вот... Это следующий уровень, это то, чем должна стать игровая индустрия. По крайней мере, синглплеер игр, которые, ну, развиваться. Но мне тяжело играть за Эбби. Я не могу. За Эбби? Она же там положительный персонаж. Ты меня спойлер какой-то кинул, я просто не понимаю, о чем-то я не буду тебя слушать. Нет, я просто говорю, что мне тяжело играть. А ты докуда дошел? Слушай, я дошел, наверное, пока она не была еще положительным персонажем, когда вот всегда. Это герой игры, она хуже, чем Элли. Элли плохая, Элли хорошая. Ну вот мне тяжело сказать. Но самый интересный процесс в этой игре — это как раз трансформации и пересиливание себя игры за другого персонажа. Да. Наверное, я не знаю, мне пока тяжело. Блин, ну я бы посмотрел. А ты прошел? Конечно, я прошел. Я ярый сторонник. Ну, там масса проблем, сюжетных дыр, на мой взгляд, в игре, нелогичного поведения. Некоторые вещи объясняются, некоторые вещи не очень, и приходится додумывать. Но сама идея трансформации отношения к разным персонажам, она нова. Тут я согласен. Гораздо более сложная тема. Нет, проблемы не в игре, проблемы во мне. То есть я как бы не на игру. Я говорю, что я не могу просто. То есть я уже в таком возрасте, когда, ну, если вот мне из двух последних игр, которые я прошел на стрим, мне очень понравился Returnal. Это эксклюзив. Ты, по-моему, смотрел, кстати. Еще раз. Returnal. Эксклюзив на PlayStation 5. Нет. Вот. Я не знаю. Она... Безумно крутая, причем я до этого играл в роуглайке, но Returnal она прям не очень понравилась. Безумно крутая. Ну, по крайней мере, мне она зашла, и очень мне понравился новый Resident. Я считаю, что они сменили вот эту вселенную воедино, они дали объяснение вообще многим вещам, которые были вопросы о истории и у комьюнити. Мне очень понравилось. Но на Village of Shadow пока нет времени. Хочу пройти Village of Shadow, но понимаю, что... Как всего... Никто не круче Элли, кричат люди. О, такие вообще. Там нет никаких дыр, говорят. О! Ну, мне было бы интересно посмотреть как раз на твою реакцию. Потому что, когда ты уже прошел игру, когда... Я помню, там несколько товарищей тоже проходили параллельно. И мы проходили приблизительно, да. И можно было зайти посмотреть, послушать. И Бонивору послушать, и ты послушать. Вот. Окей, хорошо. Напоследок что-нибудь хорошее, жизнеутверждающее, какие твои планы по... Так смотрел на меня, жизнеутверждающее, да серьезно. Слушай, ну самое главное, ребят, желание успехов, конечно, нашим любимым порталам. Да, спасибо, конечно, да. Здоровья. Здоровья, да. Здоровья. Берегите своих близких. Как человек, который прошел через это все, могу сказать, что не болейте. Ну и, конечно, играйте в игры, потому что я вот сейчас много общался с Эльдаром. В нашем возрасте есть такая штука, когда лень. Но надо всегда следить за тем, чтобы ты учился чему-то новому, да? И вот выработка ацетилхолина — это очень важно в нашем мозге, чтобы он не застаивался, чтобы ты играл во что-то новое. Поэтому поиграй в Halo Infinite. Мне кажется, тебе понравится. Хорошо. Что-то хорошая игра, но попробуй. Мне кажется, что... Она, кстати, пока... А, вот, это хороший аргумент, потому что Xbox — это мимо. Вот, поэтому, да. Спасибо, Манчи, за интервью, за непрофессионализм. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока.